Привет, ребятки, с вами Лекс, и сегодня вышел Garten of Banban 4. И вы, наверное, сразу можете наблюдать то, что справа, а вы не можете наблюдать, потому что я закрываю все. Ой. Говорят, то, что будет Garten of Banban 6, куда делся пятый, пока что непонятно. И поэтому сейчас будет релиз, и мы все узнаем вместе с вами после того, как выйдет это видео. Поэтому, ребята, следим за новостями. Очень важная инфа от разработчиков, связанная с пятой частью. Возможно, пятая часть будет какой-то супер эксклюзивной для какой-нибудь платформы, либо, к примеру, для телефона. А почему нет? Исключительно для телефона выйдет пятая часть, а шестая будет в Стиме. Посмотрим, как все будет. Это лишь предположение. Новая игра, мы видим то же самое. Мы видим то, что перед нами все вот эти вот прекрасные персонажи. Набналина, Напнап, Королева, Кенгуриха и все те же самые, которые были в предыдущих главах. Погнали. И, разумеется, здесь у нас появится Джестер. И, разумеется, здесь у нас появится Тодстер. Шериф Тодстер. Для родителей, ищущих своего пропавшего ребенка, время – дело тонкое. Нажмите на часы, чтобы перевести время. Пап. Пап. Открылись ворота. Пап. Улитка? Подожди-ка, улитка. Окей, хорошо. А что это за ворота такие? Что это за ворота такие? Мы попадем вообще туда или нет? Непонятно. Опачки, маленькая какая. Цыпленок Пися. Ребята, ее будут звать Цыпленок Пися. Я так решил. Это не только мое решение. Бедный цыпленок. Как я знаю, ребята, здесь должна появиться новая птица. И поэтому мы с вами обязательно ее встретим. Так, пойдемте. Ага. Возьмите своего друга. Ну как это без цыпленки Писи, да? Пойдем. Да ё-моё! Вы чё рофлите? В самом начале? Сейчас каждая из частей Garten of Banban в Steam стоит целых 375 рублей. Но эти игры можно купить гораздо дешевле. GGSell. Не просто магазин ключей, а целая торговая площадка со 100% гарантией безопасной покупки. Новинки игровой индустрии, пополнение Steam, Discord Nitro, подписки на различные сервисы, будь то Netflix, Adobe Creative Cloud или даже VPN. Все это есть на данной торговой площадке. А лично я успел там урвать целых две главы Garten of Banban всего лишь по 80 рублей. При покупке ваши деньги не переходят сразу продавцу, а лежат там до подтверждения работоспособности со стороны покупателя. И только после этого покупка считается одобренной. И никакого скама, ведь поддержка сайта работает 24/7, и любая покупка проходит через серьезный контроль системы торговой площадки. Быстрее закупайтесь новинками по низким ценам только на проверенной площадке GGSell. По ссылке в описании. В самом начале сразу же цыпленку Пищу съели? Вы что, прикалываетесь? Это получается две головы. Одна голова съела цыпленка, другую съела меня. Справедливо. Окей, это было быстро. В самом начале скример. Вы что, серьезно? Что, побежали? Ни хрена себе, он быстрый. Он быстрый. Но я быстрее. Идет за мной. Офигеть. Все-таки чем атаки, там атаки жив, ребята. Идет. Какой ты? Он то быстрый, то медленный. Хрен его поймешь, блин. Ладно, я побежал. Лабиринт. Мы обязаны пройти лабиринт полностью. Спасите кто-нибудь. Если не меня, так цыпленку Пищу. Спасите его, пожалуйста. Эй, а где он? Идет. Дверь! Мы спасены. Опа! И что происходит? Во, идет. Топ. И что, ты не пролезешь здесь? Ну не пролезешь же, мало! Мало места! Застрял тупорогий! Блин, я боюсь на самом деле к нему подходить, ребят. Ну, давайте подойдем. Интересно, у нас будет скример, если мы к нему в таком виде подойдем? Не будет. Фух. Я уж думал, сейчас глаза закрою и все. И скример меня не испугает. Не, ребят, все нормально. Чем атака, там атака здесь. Оставляем цыпленка, сами нажимаем на кнопку. Чем атака, там атака, ребят. Никаких секретов нет. Нажмите на Е, чтобы взаимодействовать с объектами. На Е? С какими объектами? Объектов же нету. Так, нам нужно поставить цыпленка Пищу вот сюда, маленького.
А мы сами пойдем нажмем на эту кнопочку. Отлично. Квадрокоптеры все еще на месте. Сейчас квадрокоптером дам по башке этому чуваку. Давайте попробуем. Получай! Получилось? Еще раз. Получай по башке! Блин, что-то как-то слабо он его ударил. Ну ладно. Все-таки слабо, ребят, все-таки слабо. Ну вот, теперь не получается пролететь. Давай, ты сможешь. Ты сможешь, ты преодолеешь все препятствия, квадрокоптер. Все. Ой, смотри, стоит, смотрит. Стоит, смотрит, маленькая. Но мы должны ее забрать, да, птичку? Смотри, что с тобой? Она сломалась, ребята, птица сломалась. Я не могу ее забрать. Ну ладно, не будем тогда. Ну сломалась и сломалась. Так, хорошо. Опачки, ребят, новый пульт. Офигеть. Я не ожидал, что будет новый пульт. Это что это такое со мной? Меня кто-то убил? Не убивайте! Пощадите! Я просто увидел пульт классный, новый, желтый. Блин, офигеть! А он не взялся, кстати, если что. Получается, у меня не будет нового пульта? Офигеть, меня забайтили, как ложка! Получается, без пульта все еще с красным ходим. Ну, кстати, а я-то думал, знаете что? Я уже думал, это как в этом будет. В фанмейдах, знаете, от Баги Хаги. Слушай, умник, весь этот спектакль о том, чтобы ты без сознания на меня не подействует. Теперь ты заключенный, ты будешь делать то, что я тебе говорю, без всяких вопросов, понял? Ни хрена себе. Итак, ваше первое задание очень простое. Я буду задавать вам вопросы, типа да или нет, а вы будете отвечать на них, используя кнопки слева и справа от вас. Если стоять лицом вперед, то кнопка справа будет означать «да», а кнопка слева «нет». Первый вопрос. Кто-то запер всех этих преступников в болоте на уровне выше. Это были вы? Я их освобождал же. Или... А, это был я. Я же их запер, получается, я получил все эти штучки. Да, это был я. Вы очень сэкономили время для кого-то, кому дорога дорога каждая минута. Так что спасибо вам за это. А, это я, типа, тебе помог? Этот человек не должен быть упомянут. Все-таки это не он. Идем дальше. Приходилось ли вам сталкиваться с угрозой, изображенной на доске? Приходилось. Правда? Удивительно, что вы до сих пор целы. Третий вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться с угрозой, изображенной на доске? И? Со всеми, со всеми. Четвертый вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться с угрозой, изображенной на доске? Не приходилось. Ну давайте. Давайте нет. Я так и думал, вы, наверное, пришли с этажей выше. Ты, блин, угадал. Пятый вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться с угрозой, изображенной на доске? Приходилось. От этого у меня мурашки по коже. Шестой вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться с угрозой, изображенной на доске? Ну, только сейчас, если. Ты думаешь, мы тебя не видим, что ли? Надеюсь, что и остальные ваши ответы были такими же правдивыми, как этот. Хорошо. Возьмите свои вещи из подсобки и выходите из комнаты. Я был абсолютно правдив. Я говорил правду и только правду, ничего кроме правды. Так, есть ли здесь интересные какие-нибудь вещи? Нету. Смотри, гигачадина, просто здоровяк, блин. Охренеть, посмотри. Посмотри на сутулого, кстати. Он почему-то повернулся, хотя мы еще не зашли туда. Ой, сутулыч максимальный. Тоже, видишь, зашито у него все. Тоже зашито, перешито. Какая пустая трата времени. Вы даже не работаете здесь. И вообще, что ты тут делаешь так глубоко, напарник? Знаете что? Идите за мной. Мы можем поговорить внутри, здесь не очень безопасно. А что здесь не безопасно-то? Ни хрена ворота, блин. Интересно, а что там такое интересно? Блин, я хочу туда попасть. Я надеюсь, мы туда попадем. Осторожно. Это не очень надежно. Ну, звучит так, как будто с этим мостом что-то произойдет, да? Ну... А я могу тебя сбросить? Блин, кстати, да, я могу тебя сбросить. Или преградить тебе путь. Он толкается, толкается! Пухлый, пухлый, Ой. Чисто пузаныч. Добро пожаловать в королевство! Ля, какая красота. Ля, какое королевство. А что такое странное? А где все королевство вообще? Это королевство у вас какое-то пустое. Не мне решать, что с вами делать, напарник. А кому? Мы должны поговорить с королевой, и когда мы будем говорить, проявите уважение. Окей.
Это королева Банселина. Офигеть. Ну мы ее видели с вами в трейлерах, мы ее видели. Ну реально сидит на троне. Получается, мы с ней даже сражаться не будем. Она будет добрая? Офигеть. Я думал, мы с Банселиной будем сражаться, вот реально. Ну либо она будет злодейкой хотя бы. То есть не обязательно даже с ней сражаться, а просто она будет давать команды кому-нибудь. Ваше Величество, я закончил допрос нового пленника. И как бы вы оценили результаты этого допроса по шкале от 1 до 10? Ноль! Они мало говорят, и я думаю, что они пришли с поверхности. Поверхность? Это что-то новенькое. Они сказали, они здесь что делают? Что они здесь делают? Боюсь, что нет, не сказали. Кажется, я знаю. Обеспокоенный родитель может распознать другого обеспокоенного родителя за милю. Блин. Я слышала крики и грохот сверху. Вы здесь в поисках своего ребенка. Правильно. Боюсь, здесь вы их не найдете. Большинство людей уже давно перестали спускаться на этот этаж. А на какой этаж? Еще ниже, что ли? Мы можем помочь вам подняться на верхние этажи, но сначала позвольте нам представиться. Давай, давай. Я готов. Я королева Бансулея. Правительница королевства. Это шериф Тодстер. Защитник и единственный житель королевства. Я прошу прощения от своего имени и от имени шерифа за столь грубый прием. Давайте вот так со стороны на них смотреть. В последнее время мы все были немного напряжены, и я думаю, что вы меня поймете. Как дела с лифтом, шериф? Не слишком хорошо. Не хватает нескольких важных частей. Трех, если быть точным. Вы знаете, где находятся эти части? Да, Ваше Величество. Я был слишком занят, чтобы собирать их. И чем же интересно? Ближайшие часы будут нелегкими для всех нас. Но это наша битва, родитель. А, это не наша битва. Шериф, сопроводите родителя и отправляйтесь за пропавшими частями. Но, Ваше Величество, мы должны быть сосредоточены на том, чтобы защитить вас. Так и будет, как только вы двое вернетесь с частями. От кого защитить? Хорошо, вы слышали, даму, отправляемся в участок. Так, опять записки не переведены. Справедливо, ура! Когда же наконец-то разработчик будет переводить? Кстати, нельзя взять, получается, карточку. Для человека, который не произносит что-то там... О, привет, птица. Может быть, мы следует меньше говорить и посмотрим, что из этого получится. Многое из того, что говорила королева, действительно преуменьшало значимое. У нас проблемы, серьезные проблемы, напарник. Тут не королевы стал мошенником. Что бы ни случилось, он не должен рассмешить королеву. Иначе то, что находится в ее сумке, вырвется наружу, и мы все умрем. Там телевизор, кстати. Только не это. Infamery. О, шляпа! Кстати, шляпа как у шерифа Пикстера. Ой, шерифа. Шефа Пикстера. Офигеть. Как думаете, это отсылка на шефа Пикстера? Или это новый какой-то персонаж, которого нигде не было? До этого. Интересно. Только вопросов, да, ребята, возникает. Вот такое вот королевство, ребят. Вот такое вот королевство. То есть ворота ведут сюда? А что там находится в темноте, интересно? То есть от чего они заперлись? От кого? Три части лифта разбросаны по трем станциям, до которых мы можем добраться с помощью этой старой транспортной системы. Ну нифига себе. Я полагаю, что эти два билета на каждого участника. Два для меня, два для тебя и два для маленького клюва. Здесь должно быть несколько разбросанных. Смотри. Разыскивается живым или мертвым. Награда. 1 миллиард банкоинов. Лол. Просто лол. Ой-ой-ой, я тебя вижу. Смотрите. Джестер. Кто с моей персоной? Я не знаю, он уйдет? Ай-яй-яй, куда пошел? Ой, нельзя, кстати, к нему. Так, билетики нужно искать, там сказали. Вижу два. А карту можно взять? Можно. О, вот еще билетик. Записка. Разумеется, ребят, мы все эти записки разберем, все секреты разберем, не беспокойтесь. Рано или поздно все произойдет. Хоп, билетик и хоп, билетик. Все, все билетики взял. Давай, раз,
Два тоже разыскивается, кстати. Три. Четыре. Пять. У вас нет билетов. Ты что, не все нашел? А вот шестой засранец. Спрятался. Шесть. Тоже награда за него. Живым или мертвым? Я его нашел живым. Дайте награду, дайте награду. Банкоины, блин. Че, ты пойдешь? All aboard. Все на борт. Так. Нажимаем на желтый. Нажимаем ехать. You know, знаешь, я понимаю твою растерянность, напарник. Really Правда, do. Понимаю. Для чего нужна огромная двуногая жаба в шляпе, защищающая гигантскую фиолетовую королеву кенгуру? После того, как ваши люди бросили меня сюда, как мусор, я был безнадежен, бесцелен, холоден и находился в милях от поверхности Земли. Короче говоря, меня нашли и приняли тогда, когда я был на самом дне. Именно тогда я объявил себя абсолютным защитником королевы. Это дело, за которое... Стоит бороться. Добросердечные люди заслуживают защиты. Окей. А как-то мы странно едем, алло. Что вообще за лифт такой странный? Тройной еще какой-то, блин. До этого одинарный был, да? Помните, мы с вами тоже ездили. Че, выходим, нет? Или дальше едем? Мы здесь, напарник. Покончим с этим. Ой, чем атака, там атака тоже. Награда за него требуется. Ребят, как думаете, на что это отсылка? На One Piece? Вот эти вот штуки. А записки есть? Нужная нам часть должна находиться в административном помещении вентиляционных коридоров, но похоже, что дверь заперта. Хм, давайте отперем ее. Так, малявка. Опа. Цыпленок Пися, да, получается? Да? Я сюда? Включается эта штука. Опачки! Ничего не говори! Подожди. Ничего его так не смешило. Расскажи анекдот. И ты можешь идти. Странный какой-то чел. Да, они все странные. Посмотри на это чучело, блин. На шерифа этого. Это просто пипец какой-то. А что здесь темно, темно так? Мне туда? Мне туда или не туда? Кстати, на телевизоре нельзя ничего смотреть. Телевизор не работает. Там, кстати, тоже у нас, смотри. Улитка. Миллион. Миллиард, точнее, за нее банкоинов. И миллиард банкоинов за Стингер Флина. А я так понимаю, разыскивает их шериф. Это он развешивает эти штуки. Лол. Такой вот Джестер, ребят. Ну, Джестера мы уже видели, его картинки. Oh, what? Что? Что происходит? Эй! Спаси меня, оставайся там и не двигайся. Я придумаю, как открыть дверь. Ну-ка, ну-ка. Спасите меня, спасите. Я не знаю, что здесь темно, страшно. Алло. Ой. Hi. Привет, я голодная змея. У тебя есть какая-нибудь еда? Ой, ой-ой, что за змея такая? Это змея какая-то. Похоже на руку, правда, если что. Это не змея, это рука какая-то, это рука. Я ни хрена не понимаю, это рука Джестера, что ли? Ребята, это рука Джестера! А язык есть у нее? Это рука Джестера, по-любому. Эй, я вижу вообще-то тебя. Я сюда не могу призвать квадрокоптер. Смотри, рука. Делает вид, что это змея. Привет. Ой. А-а-а! Ты хочешь меня сожрать? Вы посмотрите на него. Посмотрите на него, какой он смешной. Ну давай, ешь меня, ладно. Или не ешь, ладно. Или ешь, или не ешь. Спасай меня быстрее! Так, а что произошло-то? Меня убили. Почему эта лягушка продолжает разговаривать? Лягушка, харе! Где у меня, интересно, сейчас окажется персонаж? Я успел? Ничего не понял. Очень странная хренотень, ребят. Ладно, давайте еще раз. Все нормально? Ты куда врезался? В лягушку! Да пипец, да что ты будешь делать с этим квадрокоптером? С этими лягушками, блин. Ну она не попадет. Сейчас в кресло врежется, да? Давай быстрее. Блин, меня убили, там лягушка меня спасла, по сути, да? Вы слышали, да? Там продолжалась катсцена и все продолжалось. Цыпленок, пойдем со мной. Его нельзя, кстати, с собой взять. Окей. А я могу сразу пробежать туда, в темноту? Нет, здесь стена.
Где стена? То есть мне нужно просто сразу убегать, не смотреть на него, я понял. Ну хотя бы скример. А мы даже скример-то особо не увидели, потому что он сразу закрылся. Привет, я голодная змея. Давай. Ой-ой-ой, бежим обратно. Такой тупой. Такое у него движение смешные. Спасай давай меня. Вам конец. Он убил его. Нет, Джестер. Прямо в сердце. Это друг мой, тот самый шутник, о котором я говорил. Также известен как Горький. Теперь он знает, что мы не в королевстве. Хватаем часть и валим отсюда. А часть находится где-то здесь. Кстати, эта дверь, получается, открывается. Это секретная дверь. Так. О, маленькая птичка может чувствовать опасность. Она будет петь, если будет опасность, да? Давайте пробуем. Подождите. Я знаю своих врагов. Нас преследуют. Эти вентиляции связаны между собой. Они образуют идеальные ловушки. Я уверен, что есть способ определить, какие из них подтасованы. Нам просто нужно это выяснить. Ой. Здесь? Ой! Ой, напнабы здесь живут. Вентиляции. Ребята, помните, мы с вами думали, что напнаба убили? То, что съела его набналина. Нифига подобного, нифига подобного. Все на месте, видите? И Чаматаки Таматаки жив, и Набналина жива, и Набнаб жив. Все живы. Ну что, давайте еще раз попробуем. Да, видишь, кричит. Кричит, значит, нельзя идти. Не кричит. 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 Здесь можно не проверять, потому что в двух тех кричит. И кричит. А здесь кричит. Значит, пойдем налево. И кричит. Ну-ка. А здесь? И здесь не кричит. А здесь? Здесь кричит. Так, ну короче, вы поняли, да, систему? Без птицы здесь особо не пройдешь. То есть, если получается, я пошел просто с толстером, мы бы не справились. Поэтому обязательно нам нужна птичка маленькая. Так. Да ё-моё! Давайте пройти уже. Ух уж эти ловушки. Еще три штуки нужно пройти. Сюда. Две. Да отстань ты, что ты меня застакал, блин. Иди первый вообще, что ты боишься этих напнабов всяких? Ты ж его зафигачишь, ты посмотри на себя, ты огромный, блин, накачанный мужик. Лягух. Огромный накачанный лягух, а боится напнаба какого-то. Да, он зубастый. Кстати, он, даже когда мы показывали его, он сказал такой... То, что... Вот, вот эта фигня меня реально пугает. В отличие от всех остальных монстров, которые там были. Так, вижу что-то. Это что? Кассета, ребята, первая кассета. Да отстань. Алло. Откройте кто-нибудь. Здесь ни хрена нет, да, получается? О, это кто такой? Ревард? Это кто такой? Кто-то новый, ребят. Ребята, какая-то новая фигура перед нами теперь. Новый монстр, которого еще до этого не было. Выключаем, да? Да, теперь у нас вентиляция выключена. Теперь, видимо, у нас будет безопасный проход. И теперь возможность забрать ту самую деталь. Вот та часть, которая нам нужна из этой секции. Давайте вернемся назад и посмотрим, подойдет ли она. То есть мы можем спокойно ходить. Ну, если, видишь, если лягушатник идет. Блин, такой живот у него смешной. Ты что, тоже беремен? Как Банселина? Банселия? Ладно, я побежал. Понимаю, он 2 часа будет идти. Обгоним его на перегонки. Кто быстрее, кто быстрее. Посмотри на него! Посмотри на эту маленькую цыпленка этого смешного. Ты посмотри, как она бежит. Просто лапы даже не видно. Они просто исчезают из-за скорости. Оно быстрее Флэша, быстрее Соника. Просто пипец. Бедная маленькая птичка, блин. Окей, куда мы идем?
Здесь мы уже не можем пройти, там у нас нету зеленого ключа. Здесь что написано? Ага. Двухголовый фрик и филин. Что такое филин, я не знаю. Так, здесь что-нибудь есть? Здесь ничего нету. Ничего не спрятали. Ты чё толкаешься-то, а? Возвращаемся! Деталь найдена. Блин, такой пузатик смешной. И как ты всех ловишь? То есть у тебя силы больше, чем у любого из монстров? Это как так понимать? Офигеть. Говорит, я всех ловлю. Как ты всех ловишь? Ой, нам не здесь выходить. Понял, понял, прости. Прости, прости. Я уж думал, нам здесь выйти надо. Так, хорошо. Блин, такие еще ноги смешные. Да вообще все тело смешное. И улыбка, да? От уха до уха, блин. Мы приехали? Ой. Бан-бан и бан-балина. Не, не приехали еще. Этот эндоскелет все время здесь был? Или мне показалось, что он исчезал? Лол просто. Так, мы приехали. Ну, мы обратно вернулись. Мы сейчас, видимо, должны куда-то эту часть, которую мы нашли, вставить. Давайте отправимся к лифту, чтобы проверить, подходит ли эта часть. У него, видишь, есть шрам, то есть с ним тоже операции проводились. У всех, я так понимаю, у кого есть шрам, это значит, что над ним проводилась какая-то операция, правильно? Поэтому у этих маленьких птенчиков нету никаких шрамов на теле, я же правильно понимаю? Ну куда ты летишь с такой скоростью? Остановись! Остановись, маленькая птичка! Остановись! Ну она знает, она как будто больше знает, чем мы, блин. Просто бежит и все сама знает, куда бежать. Даже ей не надо указывать. Так. Я не вижу Набналину. Банбалину. А где она? А вот она. Блин, она сливается с фоном. Она съела торт. И все? И все, что ли? Что-то как-то мало. Это нам это вообще ни о чем не говорит. Так, зеленая лягуха. О, зеленая. Она не зеленая, она коричневая или какая? Темно. Или светло-коричневая, не знаю. Или серая вообще. Ребят, какого цвета лягуха? Я не понимаю. Вроде бы, если смотреть на серый цвет, вроде чисто немножко другой оттенок. Но вполне себе так подходит. Но она больше коричневатая, да? Немножко коричневого цвета есть. Мы сюда, кстати, можем зайти. А зачем? Поместите часть в лифт. Что-нибудь появилось новое? Странно, что здесь не закрывается после. И вот какая-то камера. То есть он здесь кого-то еще держал, видимо. О, лол. Так это место, которое мне было нужно. У тебя есть шрамики? Видишь? О, у нее есть шрамики, ребята. У нее есть шрамики все-таки. У маленьких птичек тоже есть шрамики, то есть над ними, получается, тоже эксперименты делали? Офигеть не встать, я и не знал. А я не знал, что вы тоже... То есть они тоже, получается, созданы, они родились, как я думал изначально. Так, забираем записочку. Опять QR-коды есть. И записки не переведены. Это у нас Нап-Нап и Набналина. Все узнали? Отлично, это один из трех. Я останусь здесь и соберу все. А пока, может быть, просто под... Броди вокруг и поговори с королевой, когда будешь готов. А чё мне бродить вокруг? Еще что-нибудь новое появилось сразу? Ну, пойдемте смотреть. Королевство, да? Вот это королевство, конечно. Просто одна маленькая локация, которая просто за воротами забита. Зачем им такая локация? Кстати, удивительно, что они все добрые. Да? То есть и королева добрая оказалась, и... Шериф Тостер добрый оказался. Почему они вообще здесь это место защищают? Почему они на поверхность сейчас сами не вернутся, если у них есть возможность, у них есть лифт, у них все работает. Нету прохода. А, королеве же нам. Королева, королева. Вон, иди. И она такая упоротая, это просто пипец. Что с тобой, королева? А, кстати, цыпленка Писи нету с нами. Он там остался. Но я надеюсь, он вернется. Видишь? Тссс, тишина. То есть разговаривать этим чувакам здесь нельзя, видимо, в этом месте. Здравствуйте. С возвращением. Надеюсь, ваше путешествие стоило того, и лифт стал немного полезнее. Гиваниум, кстати, бочки с гиваниумом, ребят. Я не понятия не имею, зачем им столько. Я хотела сказать вам, что уважаю то, что вы делаете, чтобы вернуть своего ребенка.
поставить на кон свою жизнь и сражаться силами гораздо сильнее тебя, это просто достойно восхищения. В знак моего уважения примите эту синюю ключ-карту. Хотя это и немного, но это то, что мы считаем символом доверия. Я с гордостью объявляю, что вы официально являетесь гражданином королевства. Пожалуйста, оставайтесь здесь сколько угодно, даже после того, как вернете своего ребенка. Теперь королевство может с гордостью объявить, что его население достигло 5 человек. Лол. Я говорю 5, потому что твой друг появился, пока тебя не было. Он был поврежден, и я сказала ему оставаться в медпункте. Мой друг? Он спрашивал о вас, так что, возможно, вы могли бы поговорить с ним, когда у вас будет время. Какой друг? Вы о ком? Кто из моих друзей здесь? Сингер Флинн? Бан-Бан? Кто? Кто из них мне друг? Бамбалина? Апила Бёрд? Джамба Джош? Кто друг? Я не понимаю, кто из них мне друг, реально. Такие облачка прикольные, кстати. Прям облачка из One Piece тоже. Что из One Piece, ребят? Сейчас One Piece на хайпе. Видите, даже тут хайп чувствуется. Улитка! Нельзя нажать на кнопку, почему? О, можно освободить Бан-Бана. Бан-Бан, выходи, братишка. Ты свободен. Карта нельзя взять. Ты свободен. Когда королева упомянула о множестве новых посетителей за один день, я понял, что это должно быть вы. Послушай, что бы со мной ни случилось, что бы я ни пытался сделать с тобой, просто знай, что на самом деле это был не я. А кто? Я был вынужден подчиниться, не задумываясь. Я пытался общаться с тобой издалека, не без причины. Теперь ты знаешь всю правду. И все же я хочу загладить свою вину перед вами. Королева проинформировала меня о ситуации с лифтом, и я хочу помочь. Теперь я чувствую себя более уверенно, и я приду помочь тебе найти оставшиеся части лифта. Мне нужно немного отдохнуть, и я встречу вас на станции, где бы она ни находилась. Окей. Ой. А я могу на него залезть почти. Но у него тоже шрамики, видишь. Кстати, в Garden of Bun-Bun Roleplay в Роблоксе у него почему-то шрамиков нету. А почему? А почему? Там не настоящий Нап-Нап. Ой, Бан-Бан. Там фейковый. Фига себе, он на камне сидит. Или что это такое? Просто камень возле пола этого. Возле кроватки его. Справедливо. У вас у каждого, ребят, кровати в больницах был камень гигантский. У меня не было. Кто-то вас ждет в камере в конце коридора. В смысле? А, там меня ждут. Я не могу эту штуку нажать. Здесь никого нет, здесь никого нет, здесь никого нет, здесь никого нет. О, записка. Блин. Ну это же самое, ребят, что мы видели в самом начале игры, если что, в самом начале. Что здесь такое? Опять Джестер? Ой! Сингер Флинн! Здорово, братишка! Ты что здесь делаешь? Тебя все тоже засосало, засосало в трубы, бедняга. А что, нажать надо, да? Чтоб разбудим его. А, кстати, я могу сюда пробраться? Да, ему пофиг, кстати, он не атакует. А нет, не могу. Ну что, нажимаем? Проснулся, улыбнулся. О. О. Это вы. Не волнуйтесь. Я не могу причинить вам вреда. Я слишком слаб, чтобы что-то сделать. Не послушав меня и уехав, когда у вас был шанс, вы совершили большую ошибку. Наконец, после того, как вам удалось удержать Джоша под контролем, вы просто не могли удержаться и не разозлить его. Посмотри, к чему привела твоя самонадеянность, к позиции, при которой никто из нас не может добраться до детей. Это ваша вина и ничья больше. Я имел в виду это, когда говорил, что буду использовать самые безопасные процедуры. Но несмотря на это, я хочу кое-что показать вам. Что ты мне хочешь показать? Похоже, что оно вам необходимо. И что же? Ты профессор Ксавьер! У меня куда-то опять воспоминания какие-то отсылает. Ой! Это что, продолжение той истории, когда они разбились на машине? Азулфиус! О, хай!
О, привет, ты снова на ногах? Вы очень сонный человек. Я все-таки человек, да? Согласен. Возьмите собранные нами овощи и перекусите. Какие овощи? Где ты видишь овощи? О, они уже закончились. Лол, вы че, рофлите? Я уже съел свою долю полезных веществ, которые мы собрали, пока ты спал. Вот как говнюки. Я тоже, извините. А я только что съел, ай! Я вижу же, я вижу, дай капусту, блин, Капусту дай сюда. Куда ты засовываешь ее? Нет, не съел? Ой, спасибо тебе, Напна, спасибо, спасибо. Ты такой добренький, хорошенький. Давай сюда капусту. Капуста на месте. Я никогда не видел, чтобы доброта исходила от паука. Видишь? Блин, если бы Джамбо Джош был здесь, ему бы понравились эти овощи. Да, он их любит, видимо. Я вполне доволен тем, что он нас не радует своим раздражающим присутствием. Почему вы его так ненавидите? Конечно, у него есть некоторые проблемы с гневом, но в целом он довольно спокойный. У нас было достаточно разборок. Ненависть одна из двух эмоций, которые я не могу контролировать. Какой второй? Какая вторая эмоция? Горе. Что такая грустная музыка? Ой, мне такое не понять. Как в таком мире, как наш, человек может преодолеть постоянную печаль? Иногда мне кажется, что мы все просто навсегда обречены. У каждого из нас есть свои планы и цели, но в конце концов, это не имеет значения. Оно не может отменить прошлое или предыдущие страдания. Жизнь слишком коротка, чтобы постоянно грустить, Стингер. Наша жизнь не такова. Ну, я не знаю, что вам сказать. Вы же знаете, что я не самый лучший в этом деле. Может, Нап-Нап или Капитан помогут? Нап-Нап, Капитан, поможете? Капитан? Капитан, алло, проснись. Капитан, все, он уже. Как и предполагалось. Поезд. Что это за звук? Поезд? В этой экосистеме обитает множество других существ. Может быть, что угодно. Да, но какое животное издает такой звук? Ой! Помогите мне! Он его взял! Давай, помогите ему, блин! Золфиус! Паукан! А что происходит? Почему здесь-то паровозик Томас? Охренеть. Что здесь делает? Ай! Игра вылетела или что? Взорвался этот... Поезд. Поезд взорвался, ребят. Паук! От паука спас Банбана. Ё-моё, чё? Чё он здесь вообще делает? Почему этот поезд-паук здесь? Но записка опять появилась. Мисс Мейсон Клэр. Кстати, давайте сюда заберемся, попробуем. Что здесь делает паровозик Томас? А? Ребят, кто-нибудь понимает, что он делает в этой игре? Это не его игра, почему он пришел сюда? Видишь, нам сказал Сингер Флинн то, что в этой игре, типа, в этом месте может быть всякое. И в этой штуке обитают разные существа. То есть из разной мультивселенной, что ли? А Человека-паука мы увидим. Сейчас такой, да, ТП-шится сюда портал этот. Это первая запись о том, что я буду называть архивом Тодстера, где будет храниться вся информация, собранная о преступниках. Преступник номер один, улитка, был пойман возле передних ворот королевства, когда я патрулировал. А мы в начале игры его увидели. Улитка была поймана, когда пряталась в своей раковине и с тех пор не выходила из нее. Поначалу думали, что это пустая скорлупа, пока не услышали тихий плач, доносящийся оттуда. Все попытки убедить улитки покинуть свою раковину оказались безуспешными. Причина такого крайнего расстройства пока не установлена, но у меня есть версия. Этот преступник не местный, поэтому не исключено, что именно чужая враждебная среда является причиной такого странного поведения. Преступник, то есть профессор, он говорит, скоро будет новое обновление. Какой-то новый преступник появился, и говорят, что он не местный. Возможно, это тот самый преступник, который мы видели с вами на плакате. Потому что мы его с вами ни разу еще не видели, этого монстра.
Ну что, идем, ребят? Кассет вроде бы мы не находили. А, мы нашли кассету. Мы же нашли кассету только что. Го, посмотрим кассету, так уж и быть. Охренеть, что происходит вообще? Чучу Чарли здесь. Чучу Чарли, ё-моё. Ага, Стингер Флинн лежит, отдыхает в лодке. Неплохо. Окей, и зачем нам это... А, то есть он его здесь поймал! Ребята, походу, записи, знаешь, к чему ведут? То есть это все записи самого Тодстера. То есть Тодстер их ловил. Стингер Флинна он там поймал, видимо. И Бамбалину он там поймал, хотя он ее не поймал еще. Может, потом поймает? То есть это говорит о том, что он просто за ними следит, чтобы потом изучить их поведение и научиться спокойно с ними справляться. Ну, наверное. Побежали дальше. А где Бан-Бан? Стоит. Здорово. Где вы были? Я долго ждал, если что. Следующая часть, которая нам нужна, находится на второй станции. Сектор питания. Feeding сектор. Зеленый. Я считаю, что сейчас самое время представиться, что мы не сделали до сих пор, если вы можете в это поверить. Я Усман. Я работал здесь до того, как все рухнуло, в прямом смысле и переносном. Я не могу себе представить, с чем вы здесь столкнулись. Мне и моим коллегам следовало сказать об этом раньше. Может быть, тогда все это можно было бы предотвратить. Но с другой стороны, мои коллеги все равно не были настоящими друзьями в те последние пару месяцев, так что это потребовало бы хорошего планирования. У вас когда-нибудь были друзья, которые внезапно отвернулись от вас и без всякой причины? Сказать, что мои отвернулись от меня, было бы мягко сказано. Они внезапно перестали со мной разговаривать, не смотрели на меня как на какое-то чудовище. Конечно, иногда я выхожу из себя, но это казалось чрезмерным. Я был и все еще нахожусь в замешательстве, мягко говоря. Мы здесь. Давай начнем. Пойдем. А записки есть? А секреты есть? А что-нибудь есть вообще? Wait, get down. Стойте, пригнитесь! Тихо. Сидим. Стоим, не двигаемся. Джамбо Джошик! Пришел жрать капусту! Смотри, реально капусту любит. Опа. Ням-ням. Ой! А кто его схватил? Кто его схватил? Стингер Флинн? Кто это был? Должно быть, это и была ловушка, которую ранее расставил шериф. Бедный Джош. Я не могу представить, как это все было для него запутано. Ну да, он глупенький. Так, опила-бёрдочка и тарта-бёрдочка. Когда я был здесь последний раз, это не было заперто. Но ведь открыть его не так уж сложно. Здесь заперто, смотри-ка. Здесь какая-то головоломка. Не понимаю. Так, окей, здесь есть еще один проход. Заходим сюда. Гиваниум опять везде стоит. Этих бочек гиваниума что-то вообще миллиарды, ребят. Повсюду, просто повсюду. Так, здравствуйте. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы использовать игрушку. Какую игрушку? О, я код нашел. Ок. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы телепортировать игрушку в ближайшую комнату. Да какое? Это и мы знаем. Смотри, что я нашел, ребята. Тот самый тизер, вы помните? О, записка. Ну, тут опять кто на текст, разумеется, переводить мы его будем уже в отдельных видосах со всеми секретами, пасхалками и всем остальным. А это что такое вообще происходит? Я сейчас ничего не понял. Это что за хрень? Это не смешно совсем. Это что за хрень? Вас здесь создают? Джестеров здесь создают? Ничего не понял. Так и других существ тоже здесь создают? Получается, в этих капсулах? Голова гигантская какая-то. О, голова. Я пытаюсь практиковаться, сделать себя идеальным.
Здесь написана его шутка. Кенгуру и джеллифиш, как называется. И медуза, и этот лягушка идут в бар. Лол. А как же улитка? Не, это не будет смешно. Ну, типа он практикуется над своими шутками. Для того, чтобы, видимо, рассмешить как раз-таки кенгуру. Бонсилию. Она же сказала то, что... Точнее, мне же сказали, что нельзя ее смешить. Ой, а ты что на меня смотришь? Он на меня смотрит. Вау! Ух ты! Вы просто приходите сюда, крадете то, что принадлежит нам, а потом уходите? Вы люди все одинаковы. Воры без стыда. Ваша жадность не знает границ. Ее можно контролировать только в течение минут. Вы можете забрать корону, мне все равно. Но могу ли я хотя бы получить аплодисменты за свою небольшую поэму? Какие аплодисменты? А как я могу тебе аплодисменты сделать? Если б я умел, я бы тебе сделал без проблем, братишка. Тоже живой? Не слушайте этого парня, он только что и думает о своих стихах. Я покажу вам то, что действительно тебя впечатляет. Фокус! Ну давай. Сезам, откройся! Ни хрена себе, он реально фокусник. Думаю, за это я заслужил аплодисменты. Ребята, аплодисменты, аплодисменты, максимальные. Обоим, обоим этим странным существам. Но это джестер тоже получается. То есть их здесь создают, получается. Ужас какой. Так, вижу. Нам сначала нужно сюда. Мякнуть. Потом сюда же мякнуть. О, шапка. Ну, эта шапка нам нужна для того, чтобы надеть ее на эту. На квадрокоптера. Так, жмякаем сюда. Ага, я понял все. Нам нужно нажимать на кнопки эти. Ага, вот сюда делаем. Так, сюда она дошла. Сюда делаем. Сюда делаем. Видите, здесь специально нам показали, где находятся кнопочки этими знаками. Сюда делаем. И осталась последняя кнопка. А, или не последняя, или две их. Да, еще вот эта кнопка будет. Опа! Вот сюда нужно его. Давай, давай, давай. Призвать. На месте. Теперь сюда. А он не долетит. А у тебя долетит. Все, 4 кнопки получается. Опять карта. А, мы только сейчас пойдем вместе с Банбаном в место вот в это. Другую комнату. Я сначала думал, а где деталь? Главное сейчас не забыть этот код. Ну, в принципе, его сложно забыть, потому что код всего лишь ок. Вот вам и ок. Я надеюсь, что мы все собираем секреты, которые здесь есть. Мы ничего не пропускаем. Так, хорошо, полетели. Так, о, сделано. Сделано. А сама откроется? Кажется, там две двери, одна с другой. Я думаю, что мы открыли внутреннюю дверь. Угу. Теперь внешняя. Заходи. Прежде чем мы возьмем часть лифта, нужно кое-что сделать. И что? Я должен передать этому самозванцу кому-то очень близкому мне. Вам оказана честь. Честь увидеть, что же произойдет. А, нет, честь нажать на эту штуку, чтобы самозванца кого-то призвать. Наверное, ему было очень одиноко, но я подарил ему нового друга. Теперь будем ждать. Вон он, вон он, вон он, вон он, я вижу его! Не, подожди, Наб-Наб! Мы не его хотели призвать. Мы хотели не Наб-Наба призвать, мы хотели Золфиуса. Мы не можем позволить Наб-Набу схватить его. А мы Золфиуса хотели призвать, алло! Это прикол какой-то. Наб-Наб, ты чё, охренел совсем? Иди сюда!
Отдай нам этого чела! Отдай нам аниматроника этого! Блин, а куда ты бежишь-то без меня? Ты не мог меня на руки взять, засранец такой. И дверь, главное, закрыл за собой. Вот этот Бан-Бан, конечно, вообще молодец. Бан-Бан бежит за Нап-Набом. Кто мог такое поверить, да? Так. Здесь какой-то проход. Джамба Джош нарисован смешной. Смешной Джамба Джош. А что здесь? О, кассета, ребят. Больше ничего нет. Ты хочешь перекусить? Прошу. Именно для этого я здесь. Ой-ой-ой! Я столько раз пытался тебя исправить, но ты просто неисправим. Хватит! Значит, хватит. Ой! Ой, душит, душит! Конец на Бан-Бану! Ни хрена себе превратился в кого! Вот это рестлинг, блин! Вот это ММА! Офигеть! О, смотри, ребята, это получается вот эти столы. Я только сейчас понял. На этих столах, походу, их рубят. Этих, эти тела. Это хирургические столы, ребята. Ребята, хирургические столы. Офигеть. Вон записка. Ну, записка как записка. Мы взяли кассету и записку, ребят, не забыть бы. Здесь, получается, им эти шрамы и создают, потому что, видишь, вот эта вот разметка, она что на спинах у них, что здесь, одинаковая. Я могу это контролировать, я знаю, что могу. У меня есть несколько дел, которые я должен сделать здесь. Идите без меня. Часть лифта должна быть где-то здесь. Я нашел, да. Закрыто? Мы победили его тысячный раз подряд. Так ножки распластал, да, из стороны в сторону. Просто смешно. Лол. Ну, бедняга. Ну, Бан-Баныч. Ну, ты, блин, трудяга такой. Зафигачил один на один. Видишь, в этой форме вообще не может победить. Супер легко его победил Нап-Нап в этой форме. А вот в форме дьявольского Бан-Бана вообще без проблем. Я здесь допрыгнул вообще. И все изи, все изи. Так, кстати, дверь уже открыта, можно было там пойти. Я надеюсь, там никаких секретов не спрятано. Так, получается, он вызвал Золфиуса, но Золфиус не пришел, пришел Нап-Нап. А Золфиус еще придет? Или нет? Странное. Ой! А мы только тебя вспоминали, засранца такого. Мы только тебя вспоминали. Че, скример будет у тебя? А че мы его призвали? Нам должен был чем-то помочь? Привет! Золфиус! Нападет? Сейчас убьет меня. Сейчас съест меня. Не ест меня. А ты чё стоишь-то? Я не понимаю, что ты хочешь доказать? Для чего мы его вызвали-то вообще? Что мы пытались сделать, тем самым призвав его? Просто чего мы хотели добиться? Странный какой-то. Может, его Золфил все-таки поймал? Там же чья-то рука появилась. Было похоже, что Стингер Флинн его утащил опять своей клешней, своей этой щупальцем. Как подобного. Возвращаемся. Получается, у нас вторая деталь. Осталась всего лишь одна деталь, и мы полностью починили лифт. Только куда? Наверх или опять еще ниже? Куда еще ниже? Куда еще ниже? Мы все спускаемся, 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 спускаемся. От головы к голове просто, постоянно. Так, получается, мы в этой локации еще не были. Это, получается, какая локация? Не понимаю. Фиолетовая? Ну, мы в зеленой только что были. Осталась одна только. Вот, мы вернулись. Сейчас мы должны восстановить детальку. И посмотреть, есть ли кто-нибудь в тюрьме. То есть, получается, там Джамба Джош должен быть. По логике вещей. Это знаете, куда мы не зашли? Мы сюда не заходили. Но я уже не могу сюда зайти. Потому что здесь же выходил этот, получается. Там что-то есть, да. Не понимаю, что это? Что-то там есть.
Здесь же выходил, получается, этот робот. Там, скорее всего, либо записка была, либо что-то еще. А я пропустил. Ну ничего, ребят. Все секреты, все записки, все скрытые моменты, а также все, что находится за картой, мы посмотрим в отдельных видосах на моем канале. Поэтому не пропускайте. Будут подряд выходить видосы. Сегодня выйдет, получается, видос с полным прохождением. Завтра выходит видос с полным behind the scenes, то есть за текстурками полетаем. И послезавтра, вы понимаете, все секреты раскроем. Надеюсь, вы лайкосик поставили уже, потому что знаю, что многие смотрят, даже не поставив лайкос. Поэтому лайкос, ребят, с вас обязательно. Все-таки прохожу раньше всех остальных, прохожу и публикую видео первым. Вам даже, видите, даже покупать не надо игру, для того, чтобы узнать, что здесь происходит. Но в любом случае, если вам нравится эта вселенная, если вам нравится Гартон Банбан, обязательно приобретите. Что-то поставили. Work, это 2 из 3. Отлично работа, напарник. Что, 5 королеве? Королева красоты. Блин, здесь проблема в том, что идти далеко. Несколько тысяч километров. Кстати, я думал, что он практически все время с нами будет находиться шериф Тостер, и все время будет с нами находиться птичка. Ну нифига. Кстати, мы нашли кассету. Надо посмотреть, что за кассета. Мы ее не посмотрели. Нам с королевой нужно поговорить. И, кстати, нужно сейчас все равно зайти в тюрьму. Посмотреть, что там. Кассета, смотрим. Ну, это просто мы видим, что Джестер и Тостер. Они, кстати, даже похожи, у них имена. Джестер, Тостер, Джестер, Тостер. Они вместе поклоняются королеве. То есть они были лучшими друзьями, я так понимаю, до того, как Джестер не сошел с ума. И в нем не объявилась эта вторая личность. Окей. Банбана больше нет, улитка на месте, она не вылупилась. Ой! 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 А ты что смотришь? А ты что смотришь? Привет! Привет! Здесь у нас, получается, и Апила Бёрд, и Тарта Бёрд. Преступники под номерами 3 и 4 птицы были пойманы путем заманивая в их нынешние камеры. Их внезапное и без приглашения появление в королевстве застало меня врасплох, но теперь они надежно удерживаются. Похоже, что они очень территориальны, так как не проявляли никакого враждебного поведения, пока я держался на расстоянии от их клетки. Также казалось, что они безумно ищут что-то, хотя я не уверен, что именно. И с тех пор, как их изолировали, они не двигаются. Я думаю, что они пытаются обмануть меня, чтобы я вошел и проверил их. Я на это не поведусь. Скоро будут новые обновления. Ну как это не двигаются? Этот постоянно смотрит за нами. А это, да, как будто умерла, блин. Видишь, просто дышит туда-сюда, туда-сюда. Навналина. Преступник номер 2, учитель, был схвачен возле лифта, спускающего с 3-го этажа, где ранее также был схвачен человек. В отличие от улитки, учительница оказалась крайне враждебной по отношению ко мне, назвав причиной своего появления здесь отсутствие ученика из ее класса. Были зафиксированы многочисленные неудачные попытки бегства, но, похоже, она наконец сдалась. Попытки успокоить ее было использовано множество предметов, только несколько лишних кеглей для боулинга, похоже, помогли. Лол. И с тех пор, как учительница успокоилась, она сидит в углу и повторяет про себя фразу «Я не могу опоздать». Снова и снова. Действительно, интересный случай. Я не могу опоздать. Ребят, знаете, в чем прикол? Я так понимаю, это жена Напнаба. Ой, Банбана. Это жена Банбана, и они вместе должны были улететь на самолете, они опоздали на самолет. То есть она на самолет опоздала, на уроки пытается не опоздать. То есть это как отсылка, знаете, получается такая. Здорово, Джамбо Джош. Бедняга какой, заковали бедного. И это 4-я запись в архиве Тодстера. Преступник номер 5, зеленая горилла, был пойман, став жертвой сложной ловушки, которая была разработана и установлена в секторе питания по вашему заказу. Пока что зеленая горилла была прикована цепью, поэтому удалось получить не слишком много информации. Сегодня за несколько часов мы получили 7 случаев, и это очень странно. Что-то произошло наверху, что привело к тому, что эти случаи оказались здесь.
Мне больно видеть знакомые лица в таком состоянии, но я не могу рисковать своим здоровьем, чтобы помочь старым друзьям, которые, возможно, сошли с ума. Скоро будет новое обновление. Он говорит 7. Раз, два. Давай читать. 3, 4, 5, 6, 7. То есть бан-бан еще. А как же цыпленок и я? То есть он нас не читал тогда в тот момент? Так, хорошо. Мне с королевой надо разговаривать. Королева, королева. Мы идем, королева. Ну-ка, расскажи нам сказку. Как дед насрал в коляску. Нам очень надо. Но он мне уже ничего не даст, потому что ключ, который был, мы уже забрали. С возвращением! Надеюсь, ваше путешествие стоило того, или стал немного полезнее. Да, есть такое. Мы очень близки к тому, чтобы полностью исправить ситуацию. Я молюсь о безопасности детей, которые вы ищете. Когда вы их найдете, могу я попросить вас об одолжении? Не могли бы вы иногда навещать нас? У нас так давно не было посетителей, которые не пытались бы нам навредить. Пожалуйста, рассмотрите мою просьбу. Больше я не хочу вас задерживать. Я прикольный, конечно. Смотри, какой он живот. Похоже, что прибыло еще больше ваших друзей, если вы захотите их навестить. Не понял. Куда прибыло больше моих друзей? А, она имела в виду в тюрьме. Ну да. Она правильно сказала. Я не особо хочу их навестить, если честно. Ну, мы их навестили, ребят, только для ролика. Вы это понимаете, наверное, сами. То есть, для видео. Но если бы я сам находился в такой ситуации, в которой находится этот персонаж, я бы точно не хотел бы их навестить. Почему? Потому что эти существа пытались меня убить, если что. Так что нахрен оно надо, блин. Так, побежали сюда. У нас сейчас лифт. Гос, летаем. Попробуем найти зеленую карту. Я думаю, зеленая карта у нас находилась в том же месте, где был металлический этот робот. То есть нам в зеленую комнату получается, правильно? Поехали. Все-таки мы сейчас найдем этот секрет. Самыми первыми пройдем игру. Самыми первыми найдем все секреты. Самыми первыми прочитаем все записки. Самыми первыми разгадаем, что же будет в следующей главе. И почему же написана шестая глава, следующая, а не пятая. Я по порядку должна быть пятая. Пятая пропускается, ребят. Вот что будет с пятой, пока что непонятно. Да, вот куда разработчики приведут, что они хотят сделать с игрой. Что по итогу пятая не следующая часть. Непонятно. Ну, узнаем, ребят, узнаем. Никуда не денемся. Очень странный лифт. В прошлой части тоже был супер странный лифт. Но этот лифт просто в 10 раз страннее, чем тот странный лифт, который был в прошлой части. Так, погнали. Мы должны здесь найти зеленую карту. Кстати, у меня квадрокоптер все еще здесь. Золфиус ушел. А может быть, не ушел? Золфиус! Выходи! Ты нам надо. Ты нам нужен. Странный какой-то ваш Золфиус. Приходит, уходит. Что приходит? Что ему надо? Что мы вообще хотели от Золфиуса? Вот вопрос, да? Бан-бан же что-то хотел от него получить? Или что-то спросить? То есть, по сути-то мы, получается, получили деталь. Без Золфиуса. И я не понимаю, в чем прикол. Так, побежали быстрее. Кстати, ни Банбана, ни Напнаба здесь больше нету в этой комнате. Это значит кое-что интересное. Так, хирургические столы тоже наполнены этими трупами. Здесь, кстати, кровь у него осталась. У Напнаба, у Банбана. Сезам, откройся. Это помните, как был секрет в прошлой части? Сезам, откройся. И вот на зеленый ключ карты. Я же говорил, найдем. Я же говорил, все будет, но не сразу, ребят. Хотя, как это не сразу, да? Как это не сразу? Мы... Не успела еще игра выйти, а мы уже прохождение выложили.
говорю не сразу. Да в том-то и прикол, что сразу. Просто сразу на месте все. Поэтому, ребята, я опять-таки повторяю. Спасибо всем за просмотр, всем, что смотрите. И надеюсь, вы поддержите этот видосик. Для того, чтобы больше людей увидело прохождение на моем канале. Именно с момента, как она выйдет, эта игра. Так, получается, нам еще одну деталь нужно найти. А где мы эту деталь должны найти? Получается, это последняя комната, в которую нам нужно приехать. И вот здесь очень странно лифт работает. То есть я не могу сейчас приехать в ту комнату последнюю сразу из этой комнаты. Я должен буду сначала... Вы чувствуете, да? Кстати, давайте сюда еще сходим. А почему нет? А кто нам запретил? Мы должны сначала будем с вами... ездить, во-первых, открыть зеленую дверь. Зеленый ключ картой. Здорово, мужики. Вы все еще живые? Нет, они уже мертвые, ребят. Дружище! Вы же разговаривали. Все, ребята, они больше не разговаривают. Они обиделись. Обиделись, больше не хотят разговаривать с нами. Ну окей, ничего страшного. И вот, получается, нам сейчас надо зеленую комнату открыть. Потом вернуться в ту комнату, где мы начинали. Там, где лифт начал работать. И только после того, как мы вернемся в эту комнату, нужно будет ехать в уже следующую комнату. То есть все через задницу, можно сказать. Прикиньте. То есть мы не можем с этой комнаты сразу поехать в зеленую комнату. Вот как это работает. Как-то так, ребят. Потому что, видишь, здесь нельзя выбрать. Может только вернуться. Ни хрена себе улетел! Это что за космические скорости? Что, Звездных Воинов пересмотрели, блин? Увидели эту скорость? Так, вот мы приехали сюда. Вот в эту комнату нам надо будет потом вернуться. Это последняя комната. Нам надо будет сюда приехать. А сейчас мы едем, получается, в первую локацию. Это получается какая кнопка? Зеленая. Нет, не зеленая, вот эта вот первая. Зеленая мы только что были. Вот комната, казалось бы, зеленая, да, вот которую мы сейчас смотрели. Но при этом она будет на фиолетовой кнопке. Как это работает, как это устроено? Так, все, мы приехали. Ну. Желтую нажимаем. Мякаем. Просто куда-то в небытие летим. Едем. Даже непонятно. Даже не видно ничего. Так. Все, нам сюда. Так быстро, что ли, приехали. Не пришлось соседний лифт ждать. И теперь мы идем налево, ребята. Налево. Нажать на кнопочку. Опа! Сюда маленький. Сюда маленькой. Сюда сладенькой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Новый монстр, ребята, из новой главы. Ёшки ты матрешки! Сюрджун! Сиринджион какой-то он. Сиринджион. Или Сайринджион. Не знаю, как правильно. Ну, короче, здесь совмещение хирурга и чего-то еще. И сирены, видимо. Сайринджион. Охренеть. То есть он получается и одновременно какая-то сирена, которая орет, типа. Типа опасность, опасность, тревога. И еще и хирург. А почему хирург? То есть, получается, всех монстров делает вот этот вот чувак. У него есть ножницы, то есть он может спокойно, получается, резать. У него есть иглы для того, чтобы гиваниум вставлять. Есть вот эти щипцы, чтобы держать. Короче, все, что нужно, у него есть. Кейс 27, Type 6, гиваниум Entertainment. То есть, короче, они соединили гиваниум плюс гиваниум, то есть много гиваниумов в один гиваниум. И потом, видимо, влили в этого чувака или что? Ужас-то какой! Ребят, новый монстр. Будь хирургом, чтобы кто-то разбил сердце. Сломал сердце, не понимаю ничего. Так, получается, еще здесь про него написано что-то. Короче, эта комната, ребят, супер секретная. Про нее мы тоже снимем в новом видосе. Со всеми секретами. Да, обязательно она там будет, ребят. Никуда не денется, она не может никуда деться. Поехали дальше. Видишь, сейчас нам нужно опять вернуться в самое начало, для того, чтобы с самого начала приехать в последнюю комнату, которую мы сейчас будем проезжать. Кто такое придумал? Ну, разрабы, конечно, гении, ничего не скажешь. Сами по себе все странно создают, странно делают.
но при этом прикольно. Давайте будем честны, эта часть не такая страшная, не наполнена каким-то экшеном, но при этом в этой части до хрена всего связанного с лором открывается. Дофига. Ой, здесь не могу выйти. Очень надо, выпустите. Выпустите. Сейчас мы ждем, пока доедем до конца. Ай, как же это тупо. Ну ладно. И прикиньте, случайно на ту кнопку нажать, да? И приехать опять не туда, куда надо. Ну ладно, нормально. Сейчас все будет хорошо. Видишь, всех ищет. Тодстер. Шериф Тодстер. Розовую нажимаем и едем. Шериф Тодстер ищет всех, и поэтому он расклеивает эти объявления. Но видишь, только одного монстра нового он, мы видели на этих листовках, которых он еще не нашел. Получается, всех остальных он уже либо видел, либо нашел. Ну, к примеру, где капитан Фиддлс? Он, видимо, также и остался на этажах выше. Но при этом вопрос возникает. Есть ли другой какой-то капитан Фиддлс? Может быть, капитан Фиддлс-то вообще кажется главным злодеем вообще всей игры? То есть мы все время его видели с самого начала, да, игры. Мы видели этого капитана Фиддлса. Ну, думали, что он какой-то простачок. То есть в нем ничего такого нету. А кажется, что он на самом деле злоумышленник главный. Главное злодеяние самое совершает. И поэтому мы его постоянно не видим в игре. Прикиньте, если будет так. Будет интересно. Я лично считаю, что это будет прикольно, если реально разрабы сделают так. Так, хорошо, записок не вижу. Мы приехали в на нужный этаж. Наконец-то мы не уедем дальше. Как это было только что 500 раз совершено. Так. Записок никаких нету. Цыпленок Пися тоже нету его. Дверь не открывается, да? Ой. А почему мы текстуры видим отсюда? Смотри, у нас какая-то будет сейчас тест. О-о-о! Какие-то комнаты. Красивые, кстати, комнаты с красивым ремонтом. Так, это про кого написано? Про королеву. Так, что мне здесь делать-то надо? Какие-то красивые места, какой-то... Ой! Это что, самое место? Прикольно. Прикольно, прикольно. Яблоками. Дерево с яблоками. Так, и что мне здесь нужно делать? Это получается, вот эта вот комната, оказывается, и связана с этим деревом. Лол. У вас есть 3 игры по 2 раунда. Свет выключается, и что-то меняется в комнатах. Вы должны определить, в какой комнате что-то изменилось. Так, ну здесь вроде ничего не поменялось. Тоже? Здесь тарелки были. Здесь были тарелки, ребят. Тарелки. В этой комнате с диванами. Были тарелки, были, я точно знаю. Да, победа. Видишь, 3 таких игры будет. Опять свет выключится. Это чисто на память, я так понимаю. Клейки на месте, дерево на месте. Коробок нету. Коробки кто-то стащил. Неужели Джестер, неужели Тостер, неужели Бан-Бан с Набналиной, с Бан-Балиной, со всеми остальными. Я думаю, что самое сложное, это когда не будет изменений, я должен буду реально по всем комнатам пройтись, для того, чтобы реально понять то, что реально никаких изменений нет. Пойдемте искать. Коробки на месте. Вот сейчас вроде нет никаких изменений, кстати. Блин, реально нет изменений. Вот говорю, самое сложное, когда нет изменений. Я не вижу сейчас изменений. А что если есть? Ладно, нет изменений. Что, прав? Нет, не прав. Нет! Я говорю, а я ничего не заметил. Вот реально, я не заметил, какие изменения были. То есть мне нужно 3 подряд сделать? Игры. Или все-таки... Может сначала... Одну выиграть, потом проиграть несколько. Так, коробки на месте. Это на месте. Я опять ни хрена не вижу. Здесь что-нибудь стояло, интересно? Я не вижу, ребята, изменений. Я не вижу изменений опять. Ну, вот, скорее всего, что-то изменилось, но я не вижу ни хрена. Нет, ура, ничего не изменилось. Окей. Второй раунд.
Блин. Опять ничего не изменилось. Вот здесь что-то было, да? Здесь телевизор был. Там же был телевизор. Ура! Сейчас проверим заодно заново. В любом случае сейчас еще один раунд. А прикинь, сейчас опять его не будет. Тогда будет смешно. Здесь все так же. Коробки исчезли. Да, телевизор, видите. Коробки исчезли. Кому нафиг нужны коробки? Кто их ворует? Неужели новый монстр? Такое имя у него сложное. Сёрджион какой-то. Сайренджион. Сиренджион. Дон Жуан, блин, какой-то. Блин. Опять все на месте, что ли? Ребят, все на месте. Ну, по-любому же что-то не заметил. Ну, надеемся. Ну, мы верим. Фух, ура. Победа? Или это вторая игра? Все, третья, ребят, все красиво. Три игры. Нам Джестера показывают, ребят. Смотрите, вот он. Вон он стоит, засранец. Вот, видишь, на плакате и там одного и того же Джестера показывают. Джестер, здорово. Ты живой? Нет. Ты куда пошел, засранец? Я тебя поймаю сейчас. Что, он испугался меня? Ушел куда-то. Это что такое? Что ты такое за монстр? Это что, кот? Это кот-тиранозавр, ребята! Ё-моё! Кот-тиранозавр пошел-ка в попочку. Он налетает, налетает. Полетел, полетел. Ни хрена себе он страшный! Давай. Мне в эту штуку, наверное, надо ударить. Ну, давай, лети уже. Ты что, тупой? Он мимо пошел. Он мимо пошел. Ну, так нечестно. Давайте умрем. Ни хрена себе он меня сожрал. Ну, не страшный скример. Вот говорю, вот такая странная ситуация. Раньше скримеры были довольно страшными в третьей главе. Вот третья, во второй главе, да в любой главе Гартнер Банбан. А здесь как будто все скримеры какие-то, не знаю, странные. Не знаю, насколько плохо или хорошо это скажется. Ну, типа, разозлятся ли фанаты Гартнер Банбан, что так мало скримеров. Или всем будет пофиг, и главное сюжет именно. Блин, ну я не ожидал такого вообще! Какая нахрен кошка, блин! Головёшка! Не-не-не, мне надо на эту кнопку нажать. Видишь? Она с обратной стороны появляется. Он уже не успел. Давай сюда, давай сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Давай. Давай уже, ну разбегайся, нет, сегодня будешь, вообще нет? Разбегаться. Первая есть. Хорошо. Главное кнопку не нажимать случайно. Сюда иди хорошенький. Сюда иди маленький. А разбегаться будешь, нет? Хорошо. Где кнопки? Где кнопки? Вон кнопка. Я уже не успею. Я не знаю даже, куда идти. Правильно было. Ну, жмякаем пока сюда. Ну, такой он странный, этот кот. Блин, ну выглядит прикольно, на самом деле. Выглядит пугающе. Еще белые глаза вот эти вот. Давай. Ой. Близко не подходим, а то нас кушают. Последняя осталась. Давай! Давай сюда, кот! Покажи, на что он способен. Давай!
Давай разгон сюда. Полетел. Опа. Нифига себе он орёт. Прикольно. Уничтожен котик, уничтожен маленький, уничтожен просто. Блин, какой он страшный. Что это вообще такое за существо? Почему он такой? Интересно, у него есть шрам? Ребята, у него есть шрам. У него есть шрам. На нем можно полазить немножко. Видишь? Лапы, как у динозавра, как у тираннозавра большого. Да и он выглядит как тираннозавр с лапками вот этими маленькими. Но башка чисто кошачья. Да и в принципе тело в большинстве своем даже кошачье. То есть в том плане, что... той же самой расцветки, той же самой антропометрии. То есть наполовину, то, что кошка, что наполовину тираннозавр. То есть и лапы даже, то есть видно, что не тираннозавра, а вот наполовину то, наполовину это. Классно, классно. Такая вот кошечка. Кстати, как его зовут? Китизаурус. Китизавр. Катазавр. Катазавр! Все на русском это катазавр. Катазавр! Катазавр! О, записка. Это надо будет тоже прочитать, поизучать, попереводить. Мяу это друзья. Рычу. Ну, то есть мяукаю для друзей. Рычу для врагов. Неплохо, неплохо. Ой. Это что, королевские покои? Нашел камушек. Камушек. Три. Куда мне их надо? На трон? Четыре, пять, шесть. А надо восемь. Это кнопка. А, вон, вижу еще один. Семь. Вон последний. Это из-за того, что мы на кнопку нажали, да? 8. Сюда, маленький. Что, откроется? Карта! Куда эта карта? А, это для того, чтобы выйти? Окей. Это все еще лежит, хорошо. Побежден мной! Один на один! В гладиаторском бою. А вот он, нифига себе! Даже его вот это вот... получается, как назвать-то это? Постер, плакат с поиском этого монстра. Такой, ну вообще даже не ожидал, что такой постер здесь будет. Ой! Ты что здесь делаешь? Как букаш, как пулемету. Не буду врать, я думал, что динозавр тебя прикончит, но если ловушка тебя уберет с моего пути, тогда я не буду жаловаться. Я бы рассказал вам очень подходящий анекдот, но вы, люди, просто никогда их не понимаете. Самые близкие люди отказывали мне в том, чтобы я для чего был создан. Люди, которые были генетически запрограммированы, смеяться над каждой моей шуткой. Лол. То есть даже они не смеялись? Они проводили какой-то сценарий. Приводили какой-то сценарий конца света, в котором то, что находится в сумке королевы, вырвется наружу, если я ее рассмешу. Но я в это не верю. Я был в смятении и твердо решил стать самым настоящим шутником. Но потерпев неудачу снова и снова, я хотел... Я кое-что понял. Ну, и что же ты понял? Что же ты понял? Я лучший шутник! Лучше меня никого не было, будь он даже сделан мной. То есть, тех чуваков, получается, он сделал? Благодаря вам, шериф будет занят. И добраться до королевы будет проще простого. Потому что он лифт будет чинить. Я уйду сейчас. Потому что, в отличие от вас, мой путь к возвращению семьи никогда не был таким чистым. Пошел, пошел. Он такой смешно, так смешно передвигается. Так. О, кнопка появилась. Красная. Кнопочка. Изи. Кошки нету. Катазавра нету, ребята. Катазавра съели. Или он поехал верхом на катазавре к королеве. Походу так и есть, ребята. Он на верхом на катазавре сейчас просто взял и уехал. Офигеть. А кто, интересно, сильнее, катазавр или королева Баунсилье? Потому что Баунсилье, она сама по себе не маленькая, так скажу. И она, в принципе, чем-то похожа даже на этих динозавров.
твоей антропометрией, то есть своим телом. Хм, прикольно. Интересно, вот мне сейчас очень интересно узнать, что мы сейчас там увидим. То есть нам сказал Джестер, что тостер будет занят. Окей. А как это он будет занят? Он что, не заметит то, что там пролетит, проедет вот это огромное создание? А сверху на этом создании будет сидеть Джестер? Он вообще тупой. Сейчас проверим. Там что-то лежит. Что такое? Это тостер! Его убили! Испепелили! Что с тобой, тостер? Вставай, братишка! Вставай, шериф! Оп! 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 Оживляем его, бедного! Блин, ну шапка-то не слетела, значит все хорошо, значит будешь жить. Шапка же не слетела. Блин, такой горб у него. У него такой горб смешной. И жопа такая смешная. Ну, это я сама фигура вот эта смешная. Не знаю даже, как это объяснить. Ну, на лягушачий похож. Вон, да, видите, все-таки он верхом на этом монстре пошел. Я и думаю, потому что он уже исчез, кот. Куда он исчез? Вот сюда. Она убежала от... От них наверх? Лол. Это безопасная зона, типа? Привет, котик. Ваше Величество! Я наконец-то пришел, чтобы сделать то, для чего я был создан! И рассказать свои шутки! Это моя лучшая партия! Я приказываю вам уйти! И не рассказывать шуток! О нет! Он упал! Цыпленок Пися, за что? Посмотрите, что вы наделали. А все, он умер? Охренеть! Как же быстро они растут! Че он такой огромный? Они смотри, орут друг на друга! Это вообще эпик какой-то! Че происходит? Воины сражаются, сражаются! Я выполнил все ваши приказы! Почему бы вам не порадовать меня в последний раз? Все, чего я хочу, это рассмешить вас! Ужас какой. Но вы знаете, что будет, если я засмеюсь? Да. А, я вновь говорю себе, что некоторые вещи важнее, чем смех. Блин, прикольно. Аниме-битва какая-то прям. Но я больше не могу ждать. Я должен заставить тебя смеяться, даже хотя бы немного. Как же ему-то нужно, блин? Меня больше нельзя откладывать. Я ничто без правителя, которого нужно развлекать. Простите меня. Ваше Величество, скажите мне, что сказал проводник поезда кенгуру? Запрыгивайте! Все, рассмешили? Это было... Ужасно. Но смешно, да? Мы должны бежать. Весь этаж рушится. Озорники сбегают. Не удалось заставить лифт работать. Но только частично. Ой-ой-ой, меня съели. Блин, такая прикольная. Странный джампскейр у меня такой. Блин, трясется, как желе какое-то. То есть все, она теперь взрывается или что? Она взрывается? Или что взрывается? То есть, получается... А что получается? Я думал, у нее внутри, в этом, в животике, ее детишки. Я так думал. Оказывается, нет. Озорники сбегают. Мне удалось заставить лифт работать, но только частично. Можно только спуститься вниз, но сейчас нам нужно выбраться из этого этажа в любое другое место. То есть мы наверх хотели изначально идти? И зачем мы наверх хотели идти, если здесь детей нету? А где они? Не получается. Они же не могут быть наверху, дети. Они внизу, скорее всего. У нас вот эта дверь была открыта в прошлый раз. Да, кстати. У нас все время была эта дверь открыта, а сейчас закрыта. Смотри, стоит, смотрит радостный. Радостный такой, лол. Такой. Иди сюда. Пойдем с нами на лифте кататься. Ой. Ой! Ты что, не видишь меня здесь? Посмотри на него, лол! Ай-яй-яй!
Быстрее уходим! Пока-пока! Пока-пока! Мы Стингер Флинна с собой взяли. Все, что мы с таким трудом создавали, просто разрушено. Я отпустил других заключенных, но схватил этого. То, что он знает, определенно пригодится нам. Если мы доберемся туда живыми, нам нужно найти скипетр королевы. Только это может остановить это безумие. То есть, скипетр королевы чем-то обладает? Какими-то свойствами? Получается, конец? Это конец! Спасибо за игру, вышли из продолжения здесь. Garden of Banban 6! И здесь не показано нового монстра, вы заметили, да? Здесь не показано нового монстра, здесь опять стоит Джестер. В шестой части, а где пятая? А в пятой кто будет главный злодей? В пятой кто будет главный злодей? Этот Сиренджион? Сиренджион? Офигеть. Получается, она взорвала здесь все. Так она взорвет здесь все навсегда, и мы не сможем вернуться на этот этаж, либо вообще не сможем вернуться наверх, потому что здесь все уничтожено, или что? Как здесь все уничтожится, вопрос, да? Насколько это глобально, насколько это критично для нас? Непонятно. Вот эта птичка маленькая, наш цыпленок Пися, блин, он превратился в гигантского просто какого-то монстра. Просто гигантское птичище, которое может наравне без проблем сражаться с котом-тираннозавром. Вы представляете? Вот это вот маленькое превратилось... Я не знаю, что это такое вообще. То есть, а что если большого кого-нибудь кинуть? Он станет еще больше. Просто это маленькая вот такая птичка туда упала. У меня были догадки, что это будет Апила Бёрд. А это не Апила Бёрд, ребят. Все-таки это тот самый наш любимый... птенец, которого мы до этого спасли. Представляете? То есть, да, по сути, нам уже ответили разработчики на вопрос, кто это будет птица еще в прошлой части. Ужас! Ужас! Золфиус зачем-то появился, ушел. Ничего нам не сделал, ничем не помог. Бан-бан! Он, видишь, всех, говорит, спас, всех освободил, но с собой забрал только Стингер Флинна. То есть остальные, видимо, тоже как-то спустятся с нами вниз, только мы этого не знаем, нам этого еще не показали, об этом не рассказали. Ну, посмотрим, ребят, посмотрим. Надеюсь, музыка была не слишком громкая в игре, потому что у меня вот ощущение, что она громче, чем я. И я надеюсь, что все было слышно, что я говорил, и вообще проблем никаких не было. С вами был Лекс, подписывайтесь на канал, это полное прохождение Garden of Banban 4, будем ждать новую главу. Не знаю, что там с пятой главой будет, как только я узнаю, что будет с пятой главой, напишу об этом в Телеграме, ссылка в описании, и переходите, вступайте. Там, разумеется, я как раз-таки актуальные новости, связанные с играми, связанные со мной, всегда пишу, всегда о них рассказываю. Поэтому залетайте, чекайте новости там. Ужас, просто ужас. Но скримеров мало. Я не знаю, это хорошо или плохо. Вот как раз-таки на этот вопрос вы мне и ответьте. Хорошо, что здесь больше сюжетного контента, или все-таки... Плохо, что так много сюжетного контента и нет скримеров. Хорошо это или плохо? Напишите мне вот именно ваше мнение. Интересно узнать. С вами был Лекс. Всем спасибо за просмотр. И всем добра!